Разомните кости! Сегодня ярмарка приглашает в гости! Спешите скорей! Спешите скорей! Нет праздника нашего веселей! В 1861 году Яков Семенов с женой и сыном прибыл в пост Владивосток. Первый гражданский житель города, купец первой гильдии Яков Семенов, быстро преуспел на торговле морской капустой, на добыче и переработке рыбы. Богатея, он вкладывал все больше средств в создание учебных заведений, библиотек, помощь переселенцам и благоустройство города. В знак уважения Якова Семенова избрали первым старостой города, а затем и почетным гражданином. Особым указом император Александр II в 1868 году утвердил решение для споспешествования заселения Приморского края. В течение многих лет, работая начальником переселенческого управления в Уссурийском крае, Федор Буссе занимался переселением людей в Приморье, вникая в судьбу каждого человека. Флаги поглядите, один красный, другой синий, а уж третий-то хорош, покупай на свой грош. А вот пирожки, бублики, вот свежие, вкусные, просятся в рот. Потешим честную публику, покажем ей, какая она есть на самом деле, а ось не обидится. К нам сюда скорее просим, подходи, честной народ, веселиться начинайте, всех нас ярмарка зовет. Здравствуй, Петрушка, хозяин ярмарки. Ой, глядите,
Смотрите-ка, братцы, сколько гостей на ярмарке собралось. Пожалуйста, подходите. Петрушку посмотрите. Парень я весельчак, это знает всяк. Все садитесь вокруг меня. Кто на пенек, а кто на лавку. Так не делайте давку. По ярмарке походите. Да на матросов покатырей поглядите. И гири покидаем, и канат потягаем. Бурное развитие города во многом определяли предприниматели. Инициативная часть общества, подтверждающая делами гордое название «Владеть Востоком». Люди разных национальностей – русские, китайцы, немцы, французы, еврейки, американцы, финны – любили Владивосток и строили лучший город для себя и своих детей. Купцы и транспортники, газетчики и банкиры, китобои, рыбаки, фермеры, деятели культуры считали, что успешный бизнес возможен только в комфортном для жизни городе с возможностями здравоохранения, образования и разнообразного досуга. Развитие предпринимательства сопровождалось редкой по размаху деятельностью меценатов и благотворителей. Гимназии, школы, больницы, стипендии, дороги, театры, оркестры, парки. Во все вкладывали деньги деловые люди. Честь и слава им за это. Музыку на военную службу поставил Петр I. В полках и на кораблях появились военные оркестры. Зарождению музыки на берегах Золотого Рога способствовали духовые оркестры Сибирской флотилии. В выходные и праздничные дни стала традицией устраивать концерты духовых оркестров на городских площадках и в скверах, создавая праздничное настроение. Вот и мы давайте понаблюдаем за воскресным вечером в Адмиральском сквере, представляя публику этого городского собрания. Капельмейстер, дирижер оркестра Сибирской флотилии Макс Кюс. Он открывает танцевальную веранду Адмиральского сквера своим главным сочинением, красивым, задушевным вальсом «Залива Амурского волны». В парках Владивостока регулярно проводились летние и осенние благотворительные базары «Аллегри». Организаторами и активными участниками базаров были жены чиновников, предпринимателей и купцов. Элеонора Фрей, Ольга Янковская, Наталья Бринер. Благотворительные базары выручали достаточно средств для благотворительных целей в пользу детей-сирот, инвалидов и переселенцев. Жена американского предпринимателя Элеонора Фрей, приехав во Владивосток в конце 19 века, полюбила его всем сердцем, оставив самые искренние воспоминания о городе в своих несчастливых письмах и прекрасных фотографиях. Оставив жен возле базара, создатель индустриальной империи Приморья Юлий Брину и пионер полного развития Приморского края Михаил Янковский прогуливаться и увлечен на беседу. Друзья ведут большую общественную и благотворительную деятельность в городе и крае, выбраны почетными гражданами Владивостока. По главной аллее Адмиральского сквера шествует генерал-губернатор Приамурского края Павел Унтербергер с супругой. Чистокровный немец, верой и правдой служивший пользе и славе России. Он удостоился едва ли не всех орденов Российской империи. Почетный гражданин Владивостока Павел Унтербергер инициировал и лично отслеживал строительство Владивостокской крепости вплоть до подъема флага над крепостными стенами в 1889 году. К благотворительному базару подходят управляющий торговой империей Кунсвит Альберс Адольф Далтан с супругой. Заинтересованно общаются о том, о сём, тосты, бокалы шампанского. Щедрый меценат и благотворитель Адольф Далтан активно вкладывал деньги в развитие города, в строительство общественных зданий и церквей, общежитий и столовых для студентов, учреждения именных стипендий и пособий. Бесчисленные почетные звания и награды Адольфа Датана от России, Германии, Норвегии, Австрии, Китая и Японии. Много научных открытий и боевых решений на счету адмирала Степана Макарова. Многогранно проявил себя этот великий человек. Военно-морской деятель, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, изобретатель минного транспорта и русской семафорной азбуки. А в правых аллеях... Да, пожалуйста. Спасибо.
скверов кафе встретились организатор грузопассажирских линий на Тихом океане, коллекционер, благотворительный меценат Михаил Ширилев и его друг Алексей Старцев, создатель первого фарфорового завода в крае. Преобразователь острова Путятин в остров чудес, многоотраслевое доходное хозяйство. Друзья активно участвуют в общественной жизни Приморского края, выделяют деньги на образование, культуру, научные изыскания, нужды переселенцев. Рядом достойно и значительно позирует для фотографии первый гражданский житель Владивостока, староста города Яков Семенов. Что-то важное говорит ему первый председатель переселенческого управления Федор Буссе. Долгие годы существования Владивосток обходился без своей газеты. И только благодаря настойчивости и предприимчивости Николая Сологуба весной 1883 года началось издание газеты «Владивосток», первой газеты на Дальнем Востоке. Выписывали газету в 20 городах России, а также Японии, Китае и даже во Франции. Царская семья с первых номеров была регулярным подписчиком газеты. Быстрый и устремленный Николай Сологуб успевал обижать весь сквер и предложить согражданам газету «Владивосток». Ты посмотри, у меня есть уже какие-то готовые сценарии. Вот именно то, что она уже писала в фазе. Вот, Надя, может, их выслать или мы, ты посмотришь, что имеет она или нет. Вот. Давай. Адмиралы и матросы, генералы и рядовые, губернаторы, чиновники, купцы, промышленники, меценаты и благотворители. Они выстроили могучий и прекрасный форпост нашей Родины на Тихом океане – Владивосток. Замечательно, что закладывая крепости и порты, пробивая в сопках дороги, привлекая и обустраивая переселенцев, эти люди не завоевывали, не разрушали, а изучали новые места и созидали новую жизнь. Во веки веков слава тем, имя кому – Созидатели! Задержите еще ваше внимание на этой исторической фотографии. Некоторые из ее персонажей не перешагнули в 1900-е годы, но многие стали очевидцами и участниками русско-японской войны, революции, гражданской войны, двух мировых разрушительных войн, сложной правды 20 века. Неожиданное нападение на Порт-Артур и Чемульпо. Битва под Мукденом. Цусимское сражение. Русско-японская война бушевала в Маньчжурии на Тихом океане в течение полутора лет.
сражались тихоокеанцы с врагами Отечества и в годы Первой мировой войны. Корабли флота участвовали в боевых действиях на севере и в Средиземном море, с честью пронеся славный Андреевский флаг. Открывали пожарища гражданское. Страна поднималась из руин, возводила заводы и города, крепила ее обороноспособность. 30 марта 1932 года в целом закончилось формирование штаба морских сил Дальнего Востока. Суровым испытанием для всех стала Великая Отечественная война. Дорогие друзья, впервые на нашем празднике принимает участие танк «Шерман», поставленный по ленд-лизу в годы войны. В июле прошлого года он был поднят с дна Берингова моря флотскими спасателями и восстановлен специалистами заводов «Прогресс» и «Аскольд». Экипаж боевой машины. Командир танка, старший прапорщик Олег Редько. Наводчик, старший прапорщик Андрей Верховодько. Механик, младший сержант Денис Шульженко. 23 июня, на второй день войны, профсоюз работников искусств обратился ко всем творческим работникам нашей страны. Где бы ни находились части нашей Красной Армии военно-морского флота, работники искусств разделяют с бойцами фронтовую жизнь. Отныне наше искусство как никогда будет служить могучим и боевым средством победы над фашизмом. Меняются времена, эпохи, но ансамбль песни и пляски имени Александрова остается символом Красной, Советской и Российской армии. Во время Великой Отечественной войны весь коллектив ансамбля и его фронтовые бригады дали в действующей армии более 1500 концертов. В этом году ансамблю исполняется 90 лет. И сегодня на нашем привале встречайте артистов ансамбля!
держат строй и гордо шелестят знамена. Комбат и рядовой, единою судьбой, мы связаны с тобой, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, где солнце новое встает. Всегда!
2016 года по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу была создана Юнармия. На первом всероссийском слете Юнармии Сергей Шойгу обратился к участникам со словами: «Сегодня берет старт движение юнармейцев, тех, кто любит и хочет заниматься нашей историей, тех, кто верит, что у нашей страны великое будущее. Вы должны иметь возможность знать все о нашей стране, гордиться подвигами отцов и дедов, быть готовыми к свершению больших серьезных шагов в своей жизни, каковыми является служение Родине». Все большее число молодежи готовы произнести клятву юнармейцев. «Клянусь стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению, созиданию на благо Отечества, чтить память героев, быть патриотом и достойным гражданином России». Thank you.
началось наше представление, посвященное Дню военно-морского флота России.